Мы собираемся взглянуть на Иоана Бартона в программе «Суперзвезды дзюдо». Многократный призер чемпионатов мира и Европы. И мы посмотрим на его вариант перехода на джуджи-гатами. У него отличный переход к продолжению атаки в партере. И в этом конкретном варианте он переходит в джуджи-гатами. И посмотрите, насколько быстро он это делает. У Бартона отличный захват руки, который исходит от его захвата для атаки сумигаэши. Бартон перекидывает свою руку сверху через плечо соперника, имитируя атаки сумигаэши, и обрушивает соперника вниз, а затем, вращаясь вокруг его руки, переходит на джуджи-гатами. У Иоана Бартона был очень необычный и нестандартный захват. Когда он проводил действия для сумигаэши, довольно часто соперникам приходилось опускаться на колени в защитную позицию, и благодаря этому у него появлялась возможность прокрутиться вокруг руки соперника для выполнения джуджи-гатами. Необычный способ, но тем не менее рука оказывается в нужном положении, и он просто падал назад. Удерживая руку, он завершал выполнение джуджи-гатами. Есть много других техник от Иоана Бартона. Великолепные техники и переходы. Посмотрите на них на Superstar Judo.